Безопасность на дороге не всегда зависит от водителей. Большое значение имеет, по какой проезжей части перемещается шофер, особенно там, где движение интенсивное. Многие иркутяне давно говорили о необходимости реконструкции путепровода на улице Джамбула. И вот дело сдвинулось с мертвой точки. Началась подготовка к большим преображениям. Главная задача – оптимизировать схему движения, а также максимально, насколько это возможно, снизить транспортную нагрузку на этом участке. Уже известно, что здесь будет возведен новый мостовой переход через железнодорожные пути. Расширена проезжая часть и обустроены тротуары. Также установят современную систему освещения. В данный момент специалисты расширяют улицу Иркутную. Именно туда будет перенаправлен основной поток транспорта во время реконструкции. Работы растянутся на несколько лет. Окончательно завершить их планируют в 2022 году.